для того, чтобы узнать, где какой провод, где плюс, где минус, допустим, нам это неизвестно, нам нужно подключить тестер. Включаем тестер и обращаем внимание на индикатор, который у нас будет появляться на дисплее слева. Знак минус. Перед началом замера нам нужно включить зажигание и включить радио. Подключаем тестер к проводке. Сейчас так, чтобы было видно. Плюс мы подключаем на синий с белым провод. И минус подключаем на синий с коричневым. Индикатор у нас показывает минус. Это говорит нам о том, что фазировка у нас неправильная. Если мы подключим черный минус на провод синий с белым и красный плюс на синий с коричневым проводом, индикатор у нас будет на тестере с плюсом. Соответственно, синий провод с коричневым у нас плюс, а синий провод с белым это у нас минус. Можно приступать к установке динамика. Видео о замене передних акустических динамиков уже есть на канале. Ссылку на это видео оставлю вверху во всплывающем окне и под видео в описании. Ссылку на отдельное видео о том, как снять карту, оставлю вверху во всплывающем окне и под видео в описании. Ссылку на видео о том, как снять дверную ручку, оставлю вверху во всплывающем окне и под видео в описании. Подписывайтесь на канал. До встречи на канале.